забудь заботы и держи трубой хвост. Полосы вечный крем, как жить везде, а куда вода-то, Димон и Буба. И вот мы наконец-то начинаем вторую часть ограбления Флиеса, или как там правильно называется. Ну, примерно, да, в общем, этого самого первого ограбления. В общем, у нас тогда все залагало. Я провалился там сквозь свой дом в преисподнюю в какую-то, в общем, внутрь туда карты. В общем, Валера вышел, и вот мы наконец-то загрузились. И сейчас ждем, как фигом у нас прогрузится. Каким-то фигом у нас, в общем, написано, что миссия пройдена. И Влад ее прошел на платину. Не, мы же прошли. А там мне написано было, что мы и прошли, кстати. Там было написано крестиком пройдено. Ой, да ладно. Ладно, давай. Ну мы же прошли, там у меня... Так, все, так, я текущий у меня, свой транспорт, сделаю BMX, вот так вот. Готов к игре, все. Ночь и тишина, данная на век. Ты за рулем, я не знаю, куда ехать. Окей. Так, я на всякий случай поставить. Подключил интернет по проводу. Ё-моё, у тебя руки трясутся. Да ты сам трясёшься. Где? Сейчас. Блатные. Ну, если чё, то прости за тачку. Сейчас посмотрим номера. Валвдов. Да ты крут. Стараюсь побыстрее, но когда еду быстрее, я, короче, за себя не отвечаю. Да. To be careful. Ну да, в принципе, стараемся. Да, мы стараемся вообще просто. Я, кстати, думал, что нам придется заново в эту миссию проходить, ну вот. А у тебя не было написано, что там пройдено и т.д. и т.п.? Мне не сказали, что я прошел, и мне даже денег за это не дали. Короче, смотри, с самого начала не воюем. Так, ну, нужно согласоваться, когда начинаем по ним стрелять. Да, мы приехали. Надеть маску. А какая у меня маска? Сейчас посмотрю. Черная. Понятно. Ну, такая... Не бакалавра? Ну, я не помню, как она правильно называется. Балаклава. Балаклава? Как-то странно. Не, я не помню, как она называется. Баба Клава. Посмотри в меню взаимодействия, какая она называется. Предметы, аксессуары. Потертая балаклава. Балаклава, сейчас пока. Так, давай вот так вот сейчас тут выходим. Все, я готов. Сейчас я оружку нормально выберу. Ой, сейчас с миниганчиком. Ну чё, поехали. Подожди ты, я возьму свой любимый пистолет. Стоп, где мой дигл? А с миниганом нельзя прижиматься к стенам, кажется. На счёт три. Раз, два, три. Так, как-то не очень хорошо с миниганом. Проще с прицелением. На мигане прицеливание? Нету. Там нужно снова стрелять. Короче, ты берешь ту курумушку, я беру свою курумушку. Тут по мне стреляют как бы. Ну ладно. Так, окей. Едем. За мной тогда. С крыши как можно съехать? Блин, давай быстрее, а. Ты едь, я за тобой. Окей. Ё-моё! Там был другой выход, ну ладно. Да, ну ладно, блин. Ну я просто как заехали, так и выехали. Ну элитные задания мы не выполним, я понимаю. Да ладно, нам главное вообще пройти. Так, не туда. Какое-то элитное задание, даже выход найти не могу. Так, о да, я выехал. Все, можно читать, задание уже пройдено.
Блин, в меня попали один раз. Давай, кто быстрее? Ну знаешь, у тебя тачка с турбо-тюнингом. У меня вся обстрельная такая. Я тебя подтолкну. Окей, окей. Я не специально. Хотя выглядело как будто специально. Нет, я врезался в машину просто. Вот ё-моё, я сейчас тоже врежусь, блин. Ё-моё! Ну, у тебя задних фар нет. Мама, Марина, Мари. А говорил, ну, короче, видео я Марина говорить не буду. Ладно. Короче, я всегда говорю Марина, чтобы не ругаться матом, потому что какое-то такое релаксирующее слово. Говорю Марина, и все сразу успокаиваюсь. Попробуйте тоже, может вам... Нет, попробуйте тоже говорить Марина, когда играете. Может, вам тоже пригодится, и будет круто так. Это ты Глеб, будешь легко играть. Да. Глеб — это наш друг по GTA-шке. Да. Который матерится, как старый сапожник. Что ты выдаешь моих друзей? И такая уже не следа от пуль. У, да ладно, мы прошли. Родина. Ну, я так и знал. Ну, в общем, в итоге у меня будет платина. Ну, потому одна. Что я хост, поэтому... Нет. Ну, да, у тебя скорее всего... Почему? А, потому что я машину довозил, поэтому мне платину дали. Да. GTA 5 побила 7 рекордов Гиннесса. Вау. Первое. Самая продаваемая приключенческая видеоигра за первые 24 часа. Второе. Самая продаваемая видеоигра за первые 24 часа. Третье. Самые просматриваемые трейлеры среди приключенческих игр. Четвертое. Игра, принесшая прибыль в размере миллиарда долларов 7 в самый короткий срок. Ай, не стрель... Четвертое. Ладно, все. Самая кассовая видеоигра за первые 24 часа. И последнее. Развлекательный продукт, принесший наибольшую выручку за первые 24 часа продажи.